мне не нравится вот эта вот часть. Mm-hmm. То есть, знаете, вот вроде 36, я выгляжу на все 50. Плюс надоело смотреть на свои опущенные глаза и синяки под глазами. Мне мой мастер по маникюру дал рекомендацию. Он дал рекомендацию двух хирургов. Я посмотрела Инстаграм работы первого, посмотрела работу второго, и у Анастасии понравился ее подход комплексный. То есть она делает не только то, что просишь, а смотрит в комплексе, что лучше делать так, чтобы ты себя лучше чувствовал. У меня основной акцент был на том, чтобы гармонизировать лицо. Убрать свои мешки, убрать пигментацию. Сделали круговую блефаропластику, сделали подтяжку 2/3 лица. И в результате я сейчас смотрю на свое лицо, и я понимаю, что вау, те годы, которые я набрала с начала войны, они куда-то испарились. Все проходило отлично. Я пробыла дома неделю. У меня были заклеены глаза, и было дискомфортно немного их открывать и держать открытыми длительное время. Будьте готовы к тому, что не все сразу придет в норму. Чем больше остаемся в позитиве, тем быстрее и безболезненно все проходит. Операция была в четверг. В следующий четверг мне сняли швы, и в пятницу я уже была на тренировке. Причем швов уже не видно ни мне, ни тренеру, никому. Как будто и не была на операции. Ты приходишь, ты чувствуешь себя маленьким таким ребенком, которого как материнская любовь берет, так вот нежно в ручки просто проносит тебя по всем этапам. То есть ты ни о чем не переживаешь. Единственное, что было сложно как для меня, как человеку, который привык спать на животе, спать на спине. В команде мне нравится, что все развиваются. Каждый человечек, он на своем месте, то есть он увлечен своей работой. Уникальный подход к каждому, вот я бы так сказала. У нас прошло 3 месяца после круговой блефаропластики. И давайте вместе посмотрим, какой шикарный результат. Если мы посмотрим на форму глаза, особенно без улыбки, то это открытый, красивый взгляд. При этом во время реабилитации действительно глазки были скосами, опухшими, они были в какой-то период асимметричными. Это все является нормой, так как во время круговой блефаропластики мы все понимаем, что результата сразу не будет. Нам нужно дождаться заживления, чтобы получить такую красоту. Веко отодвигается ровно так, как оно отодвигается обычно у молоденьких 15-18-летних девочек. Вы можете подойти к зеркалу и точно так же взять и прислонить пальчик и отодвинуть веко вниз, посмотреть, насколько оно уходит. У меня сейчас оно уходит больше вниз, чем у моей пациентки. Вот это вот настоящее омоложение глубокое с подтяжкой внутренних структур, когда мы укрепляем полностью все веко. Нету больше никакого нависания. Очень и очень красиво. Конечно же, наша пациентка настоящая принцесса. И на такие видео мы обязательно с макияжем идем, потому что это праздник для нас. Но мы также попросим вас, чтобы вы сняли нам видео без макияжа, может быть, утречком, и прислали, и мы вам покажем, как без макияжа в том числе. Помимо того, что глазки красивые, но еще и вся зона щечек, она приподнялась, она наполнилась без наполнителя за счет собственного тонуса, за счет поднятия собственных тканей вверх. И в этом как раз самая большая красота. У нас были тогда мешочки под глазами, их больше нету. Но за счет того, что мы подняли структуры, глубокое омоложение глаз. Я очень довольна. И результатами, и как это все происходило, и самым первым днем операции это было маленьким чудом.